На выставке «Продукты питания» в Сочи компания «Перони» из Москвы представила уникальный продукт – удивительно нежный мед суфле в интересной упаковке. На российском рынке это новинка. Инновация в том, что в обычный мед добавлены высушенные фрукты, ягоды, орехи и даже специи. Мед превращается в невероятное лакомство и десерт. Сегодня в линейке 13 необычных вкусов. Еще 4 изготовлено в сотрудничестве с Юлией Высоцкой. Отличается он очень много чем от обычного меда. Во-первых, своей консистенции необычной, очень нежный, такой похожий. Кто-то сравнивает его со взбитыми сливками, кто-то с крем-брюле. Все свойства меда сохраняются и плюс еще приумножаются свойствами добавленных туда фруктов, ягод и орехов. Вот. А сохраняются они потому, что мы не нагреваем мед, мы его только вымешиваем. Уникальные лакомства, в том числе в виде подарочных наборов, доставляют по всей России. Заказ можно сделать на сайте перони-онлайн.ру. Мед-суфле можно также приобрести в торговом центре «Олимп» и в дни работы выставки «Продукты питания» в отеле «Жемчужина».